Всем привет! Вы на канале Люрсмэни! И сегодня опять рубрика «Воблеры глазами ребенка». С вами снова Никитин Иван Алексеевич. Поехали! Сегодня я расскажу о вот таком супергерое, который прибыл спасать нашу планету от злой щуки. И этот воблер называется Ультрамен от компании Риоби. У него в лопатке есть грузик, и он состоит из двух частей. У него двигаются ножки, и поэтому его нужно вести рывками, чтобы он делал вот такие движения. Своей игры у него нету. И у него есть острые тройники, которые очень хорошо будут держать рыбу, чтобы посадить ее в тюрьму или на сковородку. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а если вы этого еще не сделали, то сразу сделайте сейчас. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!